В повестке 57-го очередного заседания Совета депутатов городского округа Щелково 12 вопросов. Одним из первых парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в порядок предоставления служебного жилья из муниципального жилищного фонда. Изменения касаются снижения необходимого для приватизации срока проживания в служебном жилом помещении, а также требуемого трудового стажа граждан, занятых на социально значимой работе. В связи с многочисленными обращениями данной категории граждан, об уменьшении данного срока и в связи с тем, чтобы каким-то образом, наверное, привлечь в городской округ Щелково специалистов, настоящих и необходимых. В частности, мы считаем, что данный срок необходимо сократить, и по каждому году предлагаем 5 лет непрерывного стажа и 5 лет проживания в данном помещении. Таким образом, сроки сокращаются вдвое. Всего в городском округе предоставлено 265 служебных помещений. 43 квартиры предоставлены работникам здравоохранения, 19 работникам образования и порядка 30 сотрудникам правоохранительных органов. Совет депутатов городского округа Щелково решил внести изменения в порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Щелково. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Проект депутаты поддержали большинством голосов. Также на заседании был утвержден перечень имущества, предлагаемого в собственность городского округа. Речь о передаче Московской губернской универсальной библиотекой нескольких томов православной энциклопедии, которые будут находиться в Щелковской центральной библиотеке. Еще один вопрос – передача в федеральную собственность движимого имущества городского округа, а именно приобретенного квадрокоптера и переданного в прошлом году в безвозмездное пользование военному комиссариату. Предлагается утвердить перечень движимого имущества, подлежащего передаче федеральной собственности, и передать от квадрокоптера федеральную собственность для дальнейшего использования. Решение о передаче было принято единогласно. Также депутаты утвердили списки награждаемых почетными грамотами и благодарственными письмами окружного совета. В конце заседания были заслушаны отчеты председателей постоянных комиссий о проделанной работе за прошлый год. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.